Если останется пару штук, так уже... Не, я останется, я не Ничего беру. Страшного. Они еще крепко примали. Трудно трусить. Ну, а ты когда-то собирал орехи, нет? Не, я яблоки собирал. Ну, для яблок есть специальное там устройство, что ли? Не, не устройство, а главное, чтобы они не бились. Орехи можно и кидать. Так, вот ведерочка, ведерочка. Я сразу трома рву. Ну, одной рукой. Они трое росли, наверное, вместе? Ну, вот так и сорвал. Ага, и так трое вместе да. росли. А яблоки, но если трое, надо аккуратно их поднять, чтобы они не гнили специально. А если сорвешь, то хвостик от яблоки, оно, яблоко будет гнить. Угу. Спасибо за информацию. Орех не должен сломаться, он же такой гнется. Угу. Одной рукой. Классно, классно. Посушим их. Хорошо, я разложу на какое-то покрывало. Вот, одной рукой. Да. Как, видите? Ну так сразу. У тебя. И сразу вот. Так у тебя рука какая? Ладонь там что стоит? Ты знаешь, ты рвешь, и я прямо чувствую запах вот ореха. Но он не сильный запах. Да, да, да. Вот, ага. Хотела сказать тебе. Вот так они. Угу, растрескалось, да, 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 да. Ой. Это муж, ты знаешь, кто-то его угостил, и они такие тонкошкурые должны быть. Тонкошкурые. То есть легко они должны раскрываться. Вот на этой же ветке вот там есть еще, Алексей. Угу, угу. Ну, хорошо снимается. Да, 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 да. Полежит пару дней и буду лупать их, лупать. Ну что, Алексей, как успехи? Да нормально. Ты уже как это, бибизьянка, обезьянка. Да ты, я думаю, уже ты там все оборвал, нет? Да, уже все. Ага, да, 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 да. Молодец, молодец.